В общем, тут такое дело. Открываю я тамбурную дверь, а тут хуяк. Простите. А тут вот вода, выскользнула чуть-чуть. Ой, я как испугался, у меня дверь там сантиметров на 12 выше уровня всего пола. Я думал, что у меня там бассейн такой, что ли? Потом голову наверх поднял, думаю, надеюсь, отсюда. Тут дверь чуть-чуть, конечно, грязная. Открываю, а здесь... Зал, слава богу, не протекло, но там видно, чуть-чуть идет. И вот здесь вот в углу тоже идет. В общем, а там вон бассейн. Это я уже несколько тазиков вылил, плитка появилась. Сухой берег, блин. А тут вообще так прикольно ходишь, шлепаешь. А на потолке... Мечта потолочника, блядь. Ванна, короче, сильно не пострадала. Вот, видно, где шишки вообще чуть-чуть. Ой-ой-ой. И странный запах горелого, походу, хана проводки где-то пришла. Сейчас я тут иду сухо. А первый раз я шел шлеп, 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 шлеп. Бассейн дома. Вот так, конечно, тут маленечко соседи затопили. Сосед позвонил. Кто-то, говорит, у нас кого-то топит в нашем стояке. Ну, я так уверенно про себя думаю, трубы у нас меняны, все у нас нормально. Но на всякий случай поеду. Приехал, обалдел. Бассейн. А, зашел когда. Вот эти две люстрочки играли светомузыкой. Побежал скорее, щиток отключил, чтоб самого же не пришибло здесь током. И можно теперь развлекаться. Где мои купальные плавки? Там. Вот сейчас буду убирать. Конечно, что с потолком делать, я еще точно не знаю, но так видел пару роликов, там шланг от пылесоса вставляют, оттуда вытягивают. Не знаю, мне получится, нет. Как же мне теперь подтягиваться? Короче, затопило все, чем можно. Залил ламинат, но я так понял, зал почти не пострадал. Это очень хорошо. Но только вот тут сверху, это, наверное, не видно, потихонечку течет. У вас течь. В основном кухня, там плитка. Почитаю я, будет ли что-то, нет от такого количества воды. Ну, надеюсь, что нет. А здесь ламинат. Я не помню, как он называется, но он пластиковый такой, как линолеум. Без какой-либо основы, которая впитывает воду. Поэтому, скажем, здесь немножко повезло, но вот мебель кухонная там уже надуваться стала. Что будет со стульями, столом, не знаю. Бассейн, бассейн. Ох, хорошо, что я приехал. То я думал, может быть, не ехать. Ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки и вообще пишите в комментариях, кого как затопили. Я тут одну историю не то что слышал, вернее, я ее знаю, я видел, был на замере на одном адресе, их канализация затопила. Тут, слава богу, водичка, блин. И хорошо, что не горячая, а холодная, а то вообще баня была бы, сейчас обои уже отклеились. В общем, мне еще немного повезло. Я бы сказал. В общем, пишите в комментариях. Обсудим гребаных соседей. Ладно. Всем пока.